Андрей Федорович, там кто-то у нас. А, там еще, да, нет. Вот. И четко вижу в конце. Ин, кин, кин. В конце. Пекин. Икин, да? Екин, что ли, или икин. Икин в конце. Ну, и она икина. Да, и она икина тоже. Угу. Владыкин, что ли. Так. Дел вот есть вот какая-то. Вот тут вот только вот это вот, да, вот рочерк сбивает. Сверху тоже такое есть. И тут есть? Да, но именно вот на букве И. Угу. Да, вижу. Владыкин. Не, ну вот есть. Ина. По-моему, там. Чина. Владчина. Да, что-то похоже на то. Сейчас я не купил. Ну смотри, если он Владчин, то Чина, слишком много. Чина точно, но не Влад. Слишком много. Не Влад. Сейчас. Ведяйкин. У него длиннее фамилия, чем здесь внизу написано. Это разные, кажись, фамилии. Нет. Наталья Степановна, что ли? Нет, росчерки одинаковые. Тут и тут. И. И не вижу. А не продолжение ли это фамилии, вот это, здесь перенос? Ведяйкина. Ведяйкина. Он Ведяйкин. Смартфон дайте мне. Мы сейчас посмотрим в ОБД мемориал, попробуем. Ну, я не утверждаю, что он Ведяйкин. Это как вариант. Сейчас проверим.